На конкурс дети читают стихи. Нестерук Даша, 8 лет. Владимир Орлов. Почему сороконожки опоздали на урок? Рано утром по дорожке в класс бегут сороконожки. Раньше всех они проснулись, раньше всех они обулись, натянув на 40 ног 40 маленьких сапог. Раньше всех они успели застелить свои постели, раньше всех свою еду доедая на ходу. Вот они заходят в класс с опозданием на час. Говорят им: где вы были? Вы про школу позабыли? Вы проспали? Не проспали. Вы гуляли? Не гуляли. Вы стояли у порога, вытирали ноги.